Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Натальи Горбачевой. Сегодня я буду готовить кашу из полбяных хлопьев. Сейчас в продаже появляется все больше продуктов из полбы. Недавно я публиковала видео каш из дробленой полбы. Ссылки на них будут в описании. А полбяные хлопья, в отличие от дробленого зерна, варятся быстрее. Это еще один рецепт из серии быстрых каш. Так же, как каша из овсяных отрубей, каша из хлопьев полбы варится буквально 3-5 минут, а затем недолго настаивается. На это ей бывает достаточно 10 минут, или того времени, пока вы накрываете на стол. Для каши понадобятся полбяные хлопья, вода или молоко, соль и масло, сливочное либо растительное. Дополнительные ингредиенты, такие как сахар, мед, сухофрукты, добавляются по вкусу. Кашу я буду готовить на воде, но можно также это делать и на молоке. А можно воду разбавлять молоком. Воду я уже отмерила. Я налила в ковш 2 стаканчика воды. Пропорции этой каши 1 к 2. И добавлю в воду стаканчик хлопьев. Посолю. Закрою кастрюлю крышкой и поставлю ее на огонь. Каша закипает. Я ее перемешаю. И дам повариться в течение 5 минут на медленном огне. Через 3-4 минутки каша уже загустела. В это время можно добавить масло сливочное. Кашу на воде можно сделать и постной. Тогда добавляется 1 столовая ложка растительного масла. И сейчас, когда кусочек масла растает, я закрою кастрюлю, выключу огонь и дам каше настояться. Минут 10. Кашку можно сделать сладкой, добавив сахар, мед, сухофрукты или кусочки свежих фруктов. А несладкая каша на воде может стать отличным гарниром. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь и оставляйте комментарии.